сохраняет на себе статус модной столицы Беларуси. Здесь собрались лучшие модельеры. Под открытым небом выставляются самые изысканные творческие коллекции. Модельеры хотят показать, что мода безгранична. Площадка в уютном обрамлении спортивных сооружений, легкоатлетического манежа, ледового дворца и дворцеводных видов спорта стала местом притяжения модников и модниц. В палатках то и дело можно было услышать рассуждения о тенденциях и течениях, о стилях и художественных школах. Такой он, модный маркет 2023. Свою долю творчества и вдохновения здесь могли найти и дизайнеры, и те, кто просто хочет быть в тренде. Ну вот сейчас на лето я приобрела бы брючки вот эти. Вот так вот. И пинжачок, если похолоднее будет вечером. Здорово, легко, все дышит, все натуральное. Джемперы и худи, блузы и пиджаки, изящные костюмы и элегантные платья, обувь. Такая разная и такая многогранная современная мода. В дополнение авторские украшения, представленные ремесленниками. Все это можно было не только увидеть, но и примерить, и даже приобрести. Многие участники во второй день фестиваля предлагали скидки и акции. Пока мамы и папы выбирали обновки, развлекательные площадки ожидали юных гостей масштабного мероприятия. Здесь можно было увидеть необычную технику, сделать фото на красочной локации, перекусить, посетить батуты, аттракционы. Одним словом, отдых на любой вкус и кошелек. Пока на открытых площадках неспешные ценители прекрасного примеряли и обсуждали, за главной сценой активно велась подготовка к очередному уже дневному показу. Задача для стилистов и визажистов – показать легкость и изящество в новом свете, в буквальном смысле этого слова. Предваривший мероприятие вечерний показ требовал других красок и акцентов. Сейчас подход иной. Сценический макияж отличается от дневного яркостью. Я говорю, что вот нужно подчеркивать глаза, скулы и делать его более выразительным. Конечно, нам важно учесть при показах на фестивале различные и возрастные категории, которые одежда, она разная от маленьких детей. Такие бренды, там, как Panda Kids, Светанок и другие, до и молодежи и одежды для более элегантного возраста женщин, да? Поэтому все эти категории мы и показываем на этом фестивале. Фестиваль «Лукбук» меняет акценты, но не изменяет качеству. Это отличный шанс показать миру, что каждый индивидуален в своей выразительности. Главное – интересные акценты и самобытность. Фестиваль расширяет свои границы, я очень рада. Это очень интересно на самом деле, хотя мы долго готовим. По крайней мере, полгода вот мы готовили фестиваль этот летний. Мода – это не только одежда. Мода – это мы с вами. Мода – это наше настроение, это наше творчество. Мода – это наш город, который, в общем-то, показывает своей архитектурой, своим благоустройством, своим, какой он модный. Под звуки музыки и бурные овации увлеченной публики был дан старт грандиозному празднику красоты и вкуса. Приветственные слова организаторов и почетных гостей еще больше настроили участников на творческую волну. Все, что делается в Бресте, а делается с любовью, оно всегда идет от души. Показ мод сегодняшний, фестиваль, он набирает обороты. И, наверное, очень отрадно, что именно в Бресте, потому что мы имеем предприятия такие мощные, которые нас прославляют на просторах нашей Беларуси, да, и за просторами нашей страны. Все-таки Брест – это своего рода столица моды и стиля нашей страны. И концентрация вот этого количества предприятий легкой промышленности абсолютно разных. Абсолютно для разных возрастов и стилей изготавливается коллекция. Но то, что они все стильные, модные, прекрасные, красивые, творческие коллективы, креативные, это я вам точно могу сказать. 40 коллекций и порядка 400 моделей разного возраста. Такой он очередной фестиваль «Лукбук». На большой сцене были представлены образы, созданные брестскими швейными фирмами, предприятиями «Беллекпрома», а также их партнерами из Москвы и Санкт-Петербурга. Их имена известны далеко за пределами Беларуси, но как приятно слышать их и видеть вновь. Моя работа – соединять комфорт и роскошь, практичное и желаемое. Так часто говорит о своем детище дизайнер бренда «Весна-лето» Светлана Малич.
Автор собирала в представленной линии самые актуальные образы современной женщины. Они – отличный выбор для прогулки, деловой встречи, пресс-конференции. Только надев их, можно в полной мере судить об эстетичности, совершенстве кроя и комфорте. Весна-лето символизирует безвременную и элегантную моду. Яркие модели, современные ткани, необычный дизайн и последние тенденции фурнитур и отделки делают модели предприятия узнаваемыми и неповторимыми. Для меня важно, самое главное, чтобы каждая женщина была счастливой. И счастье ее будет заключаться во многом, в ее красоте, в ее эмоции. Ведь если человек приходит с улыбкой, он подарит другому улыбку. И я делаю все возможное для того, чтобы они улыбались. Стиль – это способ сказать, кто вы есть, без слов. Мода, особенно высокая мода, это своего рода творческий ориентир, который направляет и вдохновляет. Быть не похожей на других – просто, но быть уникальной – очень сложно. А работа дизайнера заключена в том, чтобы соединять комфорт и роскошь, практичное и желаемое. Когда вы видите модель на подиуме, да, у вас есть чем сравнить. А если бы не было модели и моды, не было бы чем сравнить, и все бы люди ходили бы, как бы, ну, как кто считает нужным. А мода, она все-таки держит какие-то рамки. И люди смотрят, кто-то хочет эту моду себе в жизнь вести, кто-то не хочет. Но мода и моделинг, оно, без него нету красивой жизни. В жизни надо видеть все красивое. Мода и моделинг – это самое красивое, наверное, что есть вообще в мире. Организаторы уже получают заявки на участие в третьем фестивале моды и стиля «Лукбук». Две стихии – вода и воздух – здесь уже покорены. Что придумают режиссеры на следующий год и как концепция раскроет уникальность авторов и проектов, покажет время. Однако ясно одно – Брест расставаться со своим статусом швейной столицы не спешит, а будет удивлять горожан и гостей новыми задумками вновь. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Елизавета Демчук, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».